Всем добрый день! Приветствую вас на своем канале. Собрала видео влог выходного дня. Приятного просмотра! Натуральные стручки ванили. Запах божественный. А вкус горьковатый. Это семена? Теперь эту бутылочку ставим в темное место на 2 часа, на 2 месяца, чтобы настаивались. Тогда можно использовать для приготовления кондитерских изделий.
посыпкой картофель и чесночной грелки. Всем-всем хорошего отдыха, хорошего настроения. Спасибо за подписки, за лайки, за то, что смотрите. Всем всего прекрасного. Так прошли наши выходные. Труда,